Итак, Honor 6C Pro. После залива пропала подсветка экрана, телефон полностью работает, информацию всю скачали. Вот такой отверточкой выкручиваем винтики, которые находятся около разъема питания. Теперь по кругу начинаем снимать корпус. Ну вот видите, легко делается ногтем, хотя у меня есть вот эти вот снималки, что наши китайские друзья присылают. Ногтем как-то проще. К сожалению, маникюр у меня некрасивый, так что не жалко его. Вот мы его располовинили. Сразу откручиваем вот эту вот скобочку. Вот эту скобочку. Пардон. Где отверточка-то моя? Нет. Вот это лучше. Эту скобочку мы выкручиваем. Снимаем вот эту крышечку, точнее скобочку, вот с белым винтиком. Она вот с винтиком с одной стороны. Сейчас покажу. А с другой стороны вот такая вот скобочка, загибчик. Вот сюда вот в разрез вставляется. Так, отключаем датчик отпечатков пальцев. Так, с Honor 6C Pro смотрим сохранность защелок на крышке. Вот. Поехали. Видите, все целенькие. Аккуратненькие. Все на месте. То скажете, что я поломал защелки и пытаюсь впендюрить вам телефон. Видите, все целенькое. Ну и наклеечка, все, вот тряпочка, все нормально. Все четко. Заднюю крышечку убираем. Так. Дальше снимаем вторую крышечку, вот эту вот. Тоже с загибчиком. Так, отключаем кабель питания. Вот эти вот интерфейсы с нижней платы. Так как плату верхнюю я проверил, и в принципе она у меня рабочая, мне надо добраться до